Дюша привык на улице кушать травку, ему не хватает зелени. Вот он поглощает наш цветочек. Горшочек в форме кота. А как же? В доме должно быть много котиков. Да, Матюш? Вкусненько. Хотя и не видно. Он долго присматривается, выбирает лакомый кусочек. Да, Матюш, какой листик самый вкусный? Вообще невкусный. Или ты их просто нюхаешь? Есть-то будешь? Фу, гадость. Что вы такое вырастили?